Переходим к новостям спорта. Сегодня в столице завершается чемпионат России по художественной гимнастике. В заключительный день состоятся финалы в отдельных видах. Представительницы Сурского края уже показали высокие результаты. В групповом турнире наши девушки стали шестыми в многоборье и в упражнении с пятью мячами. Совсем немного им не хватило до пьедестала в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Как итог, четвертое место. Отмечу также, что воспитанница пензенской школы гимнастики Елизавета Богацкова, которая выступает за сборную Санкт-Петербурга, имеет в своем активе три награды.